привет! Меня зовут Кристина Пак, и мы находимся в салоне кожи и меха Bona D. И сегодня я предлагаю поговорить нам о норковых шубах. Список модных норковых шуб этого сезона традиционно возглавляют классические модели. Притальный силуэт, наличие пояса, воротника либо капюшона. Цвет же может варьироваться от черного до белоснежного. Ну а пока вы любуетесь лучшими экземплярами из последней коллекции, напомним вам о правилах подбора шубы по фигуре. Если бедра заметно шире плеч, откажитесь от фасонов автоледи и бабочка. Гармоничным силуэт сделает удлиненная шуба с акцентом на талии и объемным воротником. Фигура яблока отлично будет выглядеть в моделях до колена с поясом и контрастным верхом. Расклешенный рукав и завышенная талия могут невыгодно подчеркнуть широкие плечи. Лучше выбрать шубу-баллон. Богатые формы отлично оформят модель А-силуэта из стрижного меха и с минимумом отделки. Ну а чтобы ваша шубка сохраняла первозданный вид, следуйте простым правилам. В гардеробной изделие не должно соприкасаться с одеждой. Используйте средства против моли и раз в месяц расчесывайте мех. Стилисты советуют сочетать укороченные шубки с узкими брюками, юбками-карандаш и платьями-футлярами. Обязательно примерьте модные ботфорты с верхней одеждой оверсайз. Неприличную роскошь шубы в пол можно уравновесить джинсами и грубыми ботинками. Не рекомендуется покупать головной убор под цвет волос. Вместо платков и объемных вязаных шапок лучше примерить необычную шляпу или берет. Модного настроения и самых приятных покупок!